Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь» и это продолжение нашей карьеры за канал. Совсем немного у нас осталось выпусков во втором нашем сезоне, сейчас у нас идет месяц март, останется апрель и как раз последние матчи у нас в месяце мая, но я не знаю, может сюда куда-нибудь еще что-нибудь поставят, но в общем в выпуске, где мы начинаем с вами месяц мая, мы его и закончим весь второй сезон, потому что здесь останется просимулировать июнь, мы подведем полностью там итоги, ну и также сделаем небольшую, наверное, паузу, но не такую же большую, как после первого сезона, чуть поменьше. Я подготовлю все лучшие голы, да и вообще все голы, которые были, нет, ну отсмотрю я все голы, естественно, выберу там лучшие. Мы также сделаем с вами голосование насчет второго сезона. Так что в этом сезоне мы пока что вот боремся за попадание в Лигу Чемпионов. Сегодня у нас матч с Астон Виллой, это Кубок Англии 1-8, потом у нас матч с Ливерпулем домашний. Начинается у нас 1-8 Лиги Европы против Порто. Уотфорд слабенькая такая команда, ну и Тоттенхэм. Вот это вот серьезный прям нам соперник. Если у нас следующая игра с Ливерпулем, то я все-таки, наверное, буду выпускать второй состав против, хоть он у меня немного и уставший, но все равно буду выпускать против именно Астон Виллы. Мы с Астон Виллой играли в чемпионшипе вроде. Так что я не знаю, сейчас ли будут у нас или нет переигровки, если будет ничья. Но можно что-либо придумать здесь, но рисковать я не могу сейчас, выпуская первый состав и играть вторым против Ливерпуля. Хотя вроде у меня второй состав и играл против Ливерпуля, и тогда они выиграли со счетом 2-1, если я не ошибаюсь. Ну что ж, Вилла Парк, поехали. Ну что же, мы сегодня играем на выезде. Вилла Парк, Астон Вилла. Мы вроде играли в прошлом сезоне, если я ничего не путаю, с Астон Виллой. Не помню вообще действительно, с каким счетом мы там их, с ними играли. Поэтому сегодня у нас 1-8 Кубка Англии. Это наш первый трофей, который мы завоевали с Престоном в первый же сезон. Вот, обыграв в финале Тоттенхэм как раз. Ну а сейчас у нас 1-8 Кубка Англии, Астон Вилла, Престон. Поехали. Я даже не буду сильно пытаться здесь на ускорениях каких-то либо играть. Вот, Кучаев отобрал мяч. И будем аккуратно пытаться здесь перепасовками. Но быстро бежать я как-то не вижу смысла. Ну вот, лишь бы только нам сейчас контратаку не пропустить какую-нибудь. А Дзюба что-то придумывает. Все-таки Дзюба и отдает. Отлично. Перед самым перерывом Дзюба развивает эту атаку. И Кучаев замечательно замыкает. Но уже появляется, да, информация официальная, что Кучаев действительно будет покидать футбольный клуб Престон по ходу этого сезона в конце. Так что третий сезон мы проведем без него. И Вятки. Нет, хотел на Дзюбу все-таки, наверное, там отдать. Не получилось сейчас. И Дзюба делает счет 2-0. Отлично. Перед самым перерывом Артем Дзюба. Ну, точнее, не перерывом, даже уже концовка игры. Дзюба в конце первого тайма отдал голевую, в конце второго забивает гол. Очень хорошо сейчас словили на этой контратаке. Быстро получилось здесь разыграть. Дзюба еще и левой ногой. Ну, Хитон здесь тяжело действительно было потащить. Но и Дзюба свой забивает первый гол в Кубке Англии за Престон. Очень хорошо мы все сегодня отыграли, даже уставшими игроками. Отлично. И все, друзья. Уверенная победа Престона на выезде над Астон Виллой. Ну и Дзюба лучший игрок матча, оценка 9,6 у него. Так, Эвертон дальше проходит, Манчестер Сити, кстати. Челси, Кристал Пэлас, Лестер, МЮ вылетает, Ньюкасл тоже. И выходит там дальше, Брайтон вроде вынесли. Вот, все результаты. Уэст Хэм проходит Манчестер Юнайтед. Куинс Парк Рейнджерс проходит Ньюкасл. Мы проходим Астон Виллу, Тоттенхэм проходит Брайтон. Челси проходит Норвич, Эвертон проходит Манчестер Сити, Лестер проходит Брэнфорд и Кристал Пэлас проходит Миддлсбро. Ну и сейчас у нас будет, естественно, пресс-конференция, посвященная финальному свистку, да и всей игре в целом, 1-8 Кубка Англии, именно наш личном матче. Мы будем играть в четвертьфинале, интересно с кем. Вы одержали уверенную победу, я горжусь своими игроками действительно. Для них это несправедливый результат. Мы просто играли в свою игру. Пожалуйста. Так, у нас повышение рейтинга, это, по-моему, 85, изменения в расписании, призовый фонд нам здесь добавили. Сейчас у нас как раз вот игра с Ливерпулем, но у них еще и матч в запасе, поэтому это опасно. Борисенко, Артем Борисенко. Так, его хотят забрать в какой-то, наверное, норвежский клуб. Давайте начнем переговоры, мы на сезон будем отдавать, да. Вот, потому что этот игрок у нас, да, на сезон только.
Он может у нас уйти только со следующего сезона. Там уже полноценный, пусть он отыграет именно за норвежскую, похоже, команду. 60 на 40. Согласился представитель этой команды. Даже не выговорю. Нордсъялленд. Так, наверное, все-таки будет правильней. Итак, у нас матч против Ливерпуля, он домашний, посещаем мы пресс-конференцию до матча, потому что это очень важный матч, играет третья против четвертой строчки АПЛ. Мы будем биться до конца. У нас есть все, что нужно. Парни хорошо сыграют, я надеюсь. Итак, мы играем в белый, Ливерпуль будет в своей дополнительной черной, ливень еще на стадионе, опасно будет, кстати, играть. Так что, вот такой вот у нас состав на этот матч. Поехали. Итак, домашний стадион наш. Мы играем сегодня против Ливерпуля. Обыграли мы Ливерпуль на Энфилде. Очень тяжелый для нас был соперник. Но мы вели со счетом 2-0, если я не ошибаюсь. И вот они сделали счет 2-1. Тогда вроде Михаил Миломет забил. Это я помню, что он забивал именно Ливерпуль. Сегодня его нет на поле. Престон, Ливерпуль, АПЛ. Поехали. Сегодня также не будет на поле, естественно, Артема Дзюбы, потому что понизился и у него рейтинг, и Козлов очень хорошо повышается в рейтинге, поэтому будем пробовать. Рамакер получает эту передачу, и от Версалько он уходит. Хорошая скорость сейчас у нашего левого. А это пенальти, это же пенальти, да, действительно. Версалько на 29-й минуте сбивает у нас Рамакера штрафной, который вырвался в эту контратаку после углового. Ну и сбил, прям по ногам здесь, да? Ну, здесь даже не по ногам, здесь, да, он головой как-то зацепил ноги, но все равно помешал. Лучший пенальти у нас бьет Матвей Мишин в нашей команде, 82, вы сами сейчас увидели. Поэтому, ну, Паненко в левый верхний угол, я надеюсь, здесь она пройдет. Да, даже ворота Ливерпуля Матвей Мишин забивает. В прошлом сезоне он забил дубль, если я не ошибаюсь, на нашем же стадионе, не помню, какой команде. Неплохо, Головин. На меня дают передачу, и это 2-0. Я забиваю второй мяч. Ворота Ливерпуля от Престона. Отлично. Ну и все, супер. 77-я минута. Мы снова забиваем два мяча подряд ворота Ливерпуля. Это классно. Снова, друзья, у нас вторая победа подряд за выпуск со счетом 2-0. Мы обыгрываем Ливерпуль. В двух матчах мы их, получается, в АПЛ обыграли. На Энфилде со счетом 2-1 и у нас со счетом 2-0. Очень классно мы сейчас выступаем. И Головин лучший игрок матча, 8-4 у него оценка. Почему Кучаев не играл? Потому что он будет сейчас играть в Лиге Европы. Странные вообще вопросы, действительно. Не слишком ли просто было против Ливерпуля? Но это заслуга игроков, действительно. Парни молодцы, скажем так. Так, у нас тренировка. Я не знаю, Мешков должен уже прокачиваться. Да, Мешков у нас прокачался. Он 70-го теперь рейтинга. Поэтому я теперь его добавляю в оба состава. Сейчас мы посмотрим еще раз это все, эту задачу развития молодежи. Вот, увеличить рейтинг одного игрока молодежной академии минимум на 5, мы это сделали. После этого выпустить их в основном составе или на замену минимум в 5 матчах. Минимум в 5 матчах, я запомнил. Мы заходим в первый состав на всякий случай. Мы отсюда, я тогда, ну вот убираю Бамгартнера, потому что Мешков лучше его. Вот, и во второй состав теперь тоже заходим. И на замену берем с собой Мешкова. Ну и 5 матчей мы проведем. Но это точно не в сегодняшнем выпуске. Все мы эти матчи нам тут останется. Что у нас сейчас осталось? Там 4 матча вроде в сегодняшнем выпуске у нас осталось. Вот, не знаю, что там по Кубку Англии. Дальше сегодня будет выпуск у нас или нет? Да. Сегодня у нас еще и матч Уотфорд перенесли, кстати, да. Вот нифига себе, нам матч с Уотфордом перенесли, ладно. У нас будет, да, все-таки правильно мы сделаем. Здесь мы играем вторым составом, здесь мы первым. Это четвертьфинал, нам снова попадается Челси на пути к Кубку Англии. Здесь снова второй, ну и против Тоттенхэма мы сыграем первым. Ну вот так вот матч с Уотфордом у нас переносится аж на следующий месяц. Вот. Так, посещаем мы пресс-конференцию. Так, Айвазян в последнее время находится в хорошей форме, да, ротация важна, но не факт, что он не будет, кстати, вроде играть с Порто, он будет с Челси, с Тоттенхэмом. Так, расслабляться нам нельзя, скажем так. Все, на все вопросы мы дали ответы. Домашний у нас первый матч, поэтому я выпускаю второй мой состав. Я тут смотрю быстренько, что у нас по рейтингам. Здесь у меня 74-75 в обороне, здесь 76-77. Вот, Петраков 75-й набрался, наберет 76-й, я без проблем его поменяю с Буренковым. Здесь у нас вроде никого сильно таких, ну и все. Вторым составом мы выходим в матчи в Лиге Европы. Это 1-8. Посмотрим, как мы сыграем против Порто.
Тоже интересная команда. Я даже сейчас зайду, посмотрю, на какой строчке она в португальской лиге. В Португалии вроде так же идет нормальный сезон, как и у нас. Вот. Порту идет на четвертой строчке. Здесь они даже Браге уступают в 2 очка лидерства. Ну а там до Бенфики аж 12 очков преимущества. Так что, ну это серьезно. Вот такой состав на нашем домашнем стадионе мы отыграем. Поехали. Итак, друзья, мы играем наш первый матч в 1/8 Лиги Европы дома. Так что это очень, друзья, опасно, между прочим, играть дома. Потому что для нас этот матч домашний может стать и последним. Именно на этом стадионе. Никто не знает, как мы можем отыграть. Поэтому мы будем бороться за то, чтобы еще и в четвертьфинале, и в полуфинале мы встретились на этом стадионе с нашими, во-первых, болельщиками. Но у нас Престон Порто, 1/8 Лиги Европы. Поехали. Так, а вот и ошибка пошла. И пропускаем. Все-таки, я не знаю, как его зовут, Понце. Имя его, честно, не знаю, но вот мы пропускаем. Эзеквиэль, да, Понце. Забивает нам. Ладно, они забивают нам в гостях, это опасно. Просто сейчас это вообще была ошибка именно обороны. Подача! И Вяткин забивает вот в таком замечательном ударе. Это ножницы, я так понимаю, но это прям ножницы. Он с улета пробил. Причем две ноги находились в воздухе. И забивает именно Касилис. Вот такой гол классный. Миломет еще классно сейчас подал. Замечательно, Кучаева. Ой, как здесь очень быстро играет сейчас оборона. Кучаев. На Дзюбу не было офсайда. Не надо здесь никого свистеть. Дзюба забивает. 2-1. Отлично. Не было никакого офсайда у Артема Дзюбы. Артем Дзюба, 65-я минута. Мы выходим вперед в домашнем матче против Порто. Дзюба. Вяткин забивает дубль. Что вообще сейчас творится, а? Как такое Порто, а? Очень хорошая у нас сегодня победа. Волевая. Проигрывали 1-0. Потом Вяткин через 7 минут вроде он сравнял вот этим ударом ножницами. Здесь отлично, еще и мяч отскочил, защитник не накрыл Вяткина. И отлично, дубль Ярослава в сегодняшнем матче. И это его четвертый мяч уже в Лиге Европы. Уверенная победа Престона над Порто со счетом 3-1. Мы едем в Португалию. Один гол все-таки, да, забила нам эта команда. Причем, ну, опасно, не знаю, это было пропустить сейчас на выезде. Точнее, мы дома пропустили, да. Вяткин лучший игрок, поэтому посмотрим, как мы будем играть на выезде. Еще ничего не закончено, мы скажем, все такое. Почему я вариант так и не вышел. Вяткин, да, демонстрирует выдающийся футбол. Забил дубль все-таки. Вот, и у нас матч против Челси. Борисенко сдан в аренду, кстати, отлично. Так что с третьего сезона он будет выступать за норвежскую какую-то команду в аренде. Все отлично. Но у нас сейчас матч против Челси. Играем мы первым составом. По рейтингу вроде никто не поменялся. Поехали. Еще и дома мы играем. Против Челси мы встречались в полуфинале. В прошлом сезоне Кубка Англии выиграли со счетом 2-1 вроде. А вот. Но мы сегодня играем, между прочим, первым, да, составом против них. Поехали. Итак, снова наш стадион. Мы уже, получается, играем четвертый матч подряд. Или третий, третий, да. Третий матч подряд. Мы отыграли здесь с Ливерпулем, победили их 2-0, обыграли Порто, обыграли их 3-1. И сейчас матч против Челси. Они нас обыграли в первом туре. Здесь один, ну, в нашем первом противостоянии, так сказать, в первой половине сезона АПЛ 1-0 обыграли. Вернер тогда забил. Разгромили нас на Стэмфорд-Бридж со счетом 3-0. Так что это будет очень опасно сыграть против них. Престон, Челси. Кубок Англии, 1/4, поехали. Манчестер Юнайтед вылетел, мы это с вами обсуждали. Теперь я не знаю, ну как нам здесь играть против Челси, потому что обыграли мы их, да, в Кубке Англии в прошлом сезоне, не знаю, что будет в этом. И Головин, вот так вот сидит Челси. Первый гол вообще в этом сезоне мы забиваем ворота Челси. Головин отлично сегодня отыграл. Сразу же говорю, очень классно. Так что это вообще первый гол действительно за трехматчевое уже противостояние в этом сезоне против Челси. И забиваем мы первый раз. Здесь Головин очень отлично подобрал этот момент. Кепа здесь просто уже улетает. И все. В
Второй гол Александра Головина в Кубке Англии. Пятка, я хотел забить, не получился. Вот Мельников отлично, 2-0. Мое пижонство немножко, ну, я не знаю, там как вообще получилось бы пробить. Ладно, Мельников забивает, отлично, 2-0. У меня вот не получилось. Перехватывает защитник центральный. Вообще на не нашей еще, ну, в середине поля прям. И Козлов, 3-0 мы громим Челси. У меня опять не получилось забить. На рикошете здесь отлично мяч отлетает к нам. Практически так же, как и второй гол мы забили Челси. Здесь также, правда, вместо Мельникова здесь Козлов оказался. И забивает свой третий гол в Кубке Англии. Ну вот, Головин, Мельников и Козлов. Мельников и Козлов забили, можно так сказать, мои голы, которые я не реализовал. Но они на добитии очень хорошо, на добивании. Очень хорошо сейчас отыграла оборона. Передачу Вернера. Ну, Мельников. Отлично! Мельников просто сейчас поиздевался над Кепой. Мы выиграем со счетом 4-0 Челси. Мы сейчас забили в сумме за один матч столько же, сколько нам Челси забили за два. Они нас выиграли 1-0. И потом еще и со счетом 3-0. Очень хорошо сейчас Мельников здесь на ложном убрал. Мне кажется, Кепа здесь должен был все отбирать как-то. Ну, ладно. Гол-то классный забили мы. Не знаю здесь, почему защитник даже не полетел в подкат, чтобы выбить. Не суть важна. Мельников забивает свой третий гол на Кубке Англии. Причем сегодня он забивает еще и дубль. Вообще замечательно. Ну что ж, друзья, мы в полуфинале Кубка Англии. Мы проходим с вами лондонское Челси. Как и в прошлом сезоне. Мы их прошли, правда, в том году мы прошли в полуфинале. Здесь в четвертьфинале они нам попались. Но отлично. Мельников сегодня забивает дубль. Забили еще Головин и Андрей, извиняюсь, Козлов, да. Челси вообще ни одного удара вот не нанесли в створ. Замечательно, Козлов, лучший игрок матча, 9,5 у него оценка. Тоттенхэм вылетает, да, от Кристал Пэласа по пенальти 4-3, так что неповторимый финал прошлогодний. Лестер проходит дальше и Эвертон. То есть здесь нам прям действительно соперников сильных и нету. Тоттенхэм единственный мог нам ставить конкуренцию. Ну ладно. Так, игроки молодцы насчет победы. Мельников выдающийся футбол демонстрирует. Для них это несправедливый результат, да, у них очень хорошо отработала защита, я это заметил во втором тайме. Вот. Так, кстати, забыл, да, выпустить Мешкова, к сожалению, ладно. Надо вот не забывать нам выпускать. Так, раз мы прокачали Мешкова, давайте сразу уберем его и покачаем тут наших вот игроков. Давайте Масаковского, у него самый низкий рейтинг, будем от этого уже отталкиваться, чтобы все на одинаковом. Крупин, кстати, что по Крупину? Давайте, он у нас, кстати, да, в составе, поэтому я вот не знаю. Миша на 77, давайте Жамалединова тогда. Ну, Крупин у нас, ну, не будет он играть. Регинов я только вот в аренду даю, только Мешкова, чтобы задание выполнить. А выполнил, остальных вот я не буду пока что здесь. Ну, эти мне не нужны, пусть сами качаются. Здесь мы смотрим. Самый низкий рейтинг у Миши, походу, Меломеда. Нет, у Гучаева. Но его мы вроде как, мы продали его уже или нет. Давайте покачаем его. Все-таки выступает он пока что за нас. Здесь в защитниках давайте Трушечкина, все-таки левый защитник более важен. Хоть Дивеев он и так лучший. Стальной защитник очень хорошо играет. Здесь давайте вот... Давайте Кривохарченко докачаем до 80, а потом будем пытаться Довню до 85 докачать. И вот так вот будем по очереди вратарей наших качать. Масаковский 75 рейтинг стал. Кучаев, вот, наконец-то пришло нам предложение. Вулверхэмптон хочет его подписать. Было вообще там предложение? Да, от Уотфорда. 21 теперь миллион. Мы будем торговаться с Вулверхэмптоном уж точно. 18 мы пробовали за Кучаева попросить. Теперь там нам написали, что цена у него повысилась. Поэтому давайте 21 миллион мы попросим за Кучаева. Цену, если что, будем понижать. 14, говорят. Исключаем. 19 миллионов. Вот, они уже 16. Ну и все, давайте теперь вот 18 миллионов, средняя цена. Ох, ладно, давайте 17 попробуем. Ну не должен он уйти, вы что? Ну... Да, за 17 миллионов договорились мы. Подписать, точнее продать Вулверхэмптону.
Но все равно Кучеряву что? Он переходит в Вулверхэмптон, тоже хороший АПЛовский клуб. Вот, у нас сейчас игра против Порту, мы еще и деньги за него получим. Мы подписывали до Кучаева за деньги, между прочим. Это тоже важно. Кучаев, кстати, хочет играть, он будет вроде с Порту доиграть. Окончательный отчет. Джейми Мерфи. Это игрок Рейнджерса. Нет, такой нам сразу не нужен, мы уберем. Анайву 71, ну тоже не нужен, честно говоря, поэтому извините. Игроки отправляются в сборные. Головин, Жамалединов, Хорев, Мишин, Владимир, Буренков, Ромакер, Довня, Козлов, Кривохарченко, Шмельков, Трущикин, Денис Казанский отправляются в сборную России с 22 марта по 28. То есть меньше, чем на неделю, на 6 дней они вот отправляются. Так, мы вторым составом сегодня играем против Порто. Выиграть с клубом Порто дома, в домашнюю игру перед своим болельщиком тоже хотим выиграть, хотя мы на выезде играем. Ребята молодцы, все выглядело просто, скажем. Наш, так, Порто победит, есть хорошая вероятность, что мы победим. Вы провели несколько прекрасных матчей, мы можем, так, я в деле, вот так скажем. Итак. Сейчас у нас вот Головин, кстати, лучший бомбардир Лиги Европы, у него 10 забитых мячей, но в матче он, к сожалению, участвовать не будет. У нас выездная игра против Порто. Будет интересно, во-первых. Вот, нам показывают Пепе. И, я так понимаю, это Жамалединова нам показывают. 3-1 мы обыграли. Estadio de las Artes, пасмурно на стадионе. Поехали. Итак, друзья, ответный матч. Мы приехали в Португалию. Против португальских команд мы еще тоже ни разу, кстати, не играли. Поэтому это будет интересно. Опыт для нас уж точно. Мы можем сейчас, даже сыграв в ничью или проиграв с определенным счетом, с минимальным 1-0, если мы проиграем Порту, мы тогда все равно проходим в плей-офф, дальше в четвертьфинал Лиги Европы. Ну что же, Порто-Престон, поехали. Дзюба. Классно получилось. Артем Дзюба отдает на Вяткина. И Вяткин забивает гол. 4-1, друзья, в общей сумме мы сейчас проходим Порту. Вяткин забивает третий мяч в ворота Порту на этом противостоянии нашем. И это супер. Классная игра. Выбежали очень быстро. Сейчас мы в атаку. В очко еще Дзюба пробросил. Это отлично. Пришло предложение, мы договорились там. Вяткин забивает дубль. Я сейчас просто молчал, такой думал, ну ничего не получится. Но тут еще и левой ногой, все. Мы, друзья, в четвертьфинале, потому что надо будет забивать сейчас 5 мячей Порту. Мы вряд ли столько пропустим. Мы ведем 2-0. Отлично. Очень здесь интересно выбежал Вяткин. И Касильяс пропускает удар еще и левой ногой от Вяткина. Очень классный гол сейчас получился. Ну и все, четвертьфинал Лиги Европы ждет нас. Надеюсь, нам повезет жеребьевка. Шестой гол Вяткина в Лиге Европы. Вот, в Севилье у нас очень много забивал Головин. А здесь вот ворота Порта очень много забивает Вяткин. Вяткин просто бы уменьшил преимущество такое большое у Головина. Кучаев, кстати. И забивает еще и Кучаев. 3-0 мы обыгрываем Порту. 6-1 в общей сумме. Ну и все. Кучаев может перейти в Вулверхэмптон за, мы договорились, что-то там за 17 миллионов. Вот, вообще у него цена максимум, за которую мы могли его продать, это было 21 миллион. Мы попробовали сразу, Вулверхэмптон говорил, давайте чуть поменьше. Ну и вот мы сторговались до 17 миллионов за Кучаева. Не помню, за сколько мы его покупали. Но Кучаев внес тоже лепту свою в нашу команду. Он является лучшим ассистентом первого сезона. Престон громит Порту на выезде. Мы проходим дальше со счетом 6-1. Замечательный четвертьфинал нас ожидает. Я надеюсь, повезет нам жеребьевкой. Также Севилья и Порту оказались нам, ну, такими слабыми соперниками. Дальше, кстати, проходит Аякс, а не Гладбах. Вот это интересно. Ну, мне хотелось бы все-таки против какого-нибудь, ну, такого же, наверное, уровня соперника сыграть. Вот, ну тут смотрите, еще и Байер. Вот, кстати, всем теперь известно. Давайте глянем. Дальше проходим мы. 6-1. Дальше проходит Рома Сантитьен. Дальше проходит Аякс. Они прошли. Гладбах, кстати. Милан дальше проходит. Бетис дальше проходит. Дальше проходит Челси. Лацио и Байер 0-4. Из всех этих соперников я бы хотел бы здесь, наверное, больше отыграть
с Бетисом, мне кажется. Потому что ни Лацио, ни Байер, ни Челси, ни Рому, Аякс, Милан я бы не хотел бы видеть. Но один нам единственный соперник нужен. Поэтому вряд ли это будет даже Реал Бетис. Может быть, и Челси нам снова подсунут. Вот. Почему Хорев так и не вышел? Конкуренция — это здорово. Даже про меня уже начали журналисты спрашивать. Вяткин сыграл прекрасно, да, забил дубль. Потом, насколько далеко вы пройдете? Слишком рано об этом думать, скажем так. Вот. Нам приходит сообщение. Изменение в расписании. Призовой фонд. Нам 1 100 000 добавили за Лигу Европы. Твоя игра вдохновляет, скажем, Кучаеву. Вот так вот. Мы сейчас, кстати, Парагвай предлагает стать тренером сборной. Отклоняем Кривохарченко в Эвертон. Хотят его подписать. За 23 миллиона нет. Нет, нет, нет. Так, что у нас сейчас в лиге? Мы идем на 5-й строчке. У нас равенство очков с Ливерпулем. Больше у нас игр с ними не будет. Будем вот сейчас ждать матч с Тоттенхэмом. Они идут на 1-й строчке. Будем ждать, чтобы Ливерпуль как-то вниз слетел. Тоттенхэм с равенством очков идет на 1-й с Челси, кстати. Но Тоттенхэм мы обыгрывали в премьер-лиге, да и в финале. Так что нам, я надеюсь, здесь повезет. Кучаев продан, отлично. Кучаев перейдет за 17 миллионов в Вулверхэмптон с открытия трансферного окна, так что замечательно. Посмотрим сейчас, кого мы еще можем вообще. Попросил о трансфере Кривохарченко, убрать из списка мы его не можем. Так, Буренков выставлен на трансфер, убрать из списка. Нет, не получается, чисто. Бак опять. Борисенко в аренду. Так, давайте Мешкова мы тоже добавим пока что в аренду. Вот, но он у нас должен еще отыграть, я так понимаю, да, 3 матча. Вот, Кучаев уходит, Крупин переходит, да, в Ноттингем Форест в аренду. Ну все. Вроде как нормально пока что все у нас. Ну и последний матч у нас остается с Тоттенхэмом. Мы играем первым сегодня составом против них. Я правильно понимаю, что это у нас последний матч? Никакой там нам не поставят, да. Хотя вот здесь могли бы нам бы поставить, ну да ладно. Аякс, друзья, наш соперник Аякс, это тоже хороший, кстати, соперник, не Бетис, а Аякс. Они прошли в Боруссии Мёнхенгладбах, являются они полуфиналистами прошлой Лиги Чемпионов. Ну посмотрим, как они отыграют. Там нет уже Де Лихта, Де Йонга, Зиеш вроде там еще есть у них, так что, ну посмотрим. Легендарный уровень сложности, наш домашний стадион, пасмурно, поехали. Итак, показывает нам сейчас Максима Мельникова, хотя вообще не понимаю почему. Он забил дубль в ворота Челси в Кубке Англии. Блейз Матьюди, это Блейз Матьюди, я правильно же понимаю, в Тоттенхэме сейчас играет. Ну, Тоттенхэм идет на 1-й строчке, а мы на 5-й. Сейчас у нас все шансы это выиграть, лишь бы Лигу Европы, и тогда мы, может быть, попадем в Лигу Чемпионов, потому что сейчас мы именно на 5-й строчке. Вот, ну, посмотрим, как это все, конечно, будет выглядеть. Ну что же, Престон Тоттенхэм, АПЛ, поехали. Мишин. И Козлов делает счет 1-0, 19-я минута. Отлично. Я не помню, с каким счетом завершился прошлый матч. Вроде как мы тоже вели со счетом 2-0. Ну и потом там что-то 2-1 довел счет Тоттенхэм. Вроде так было. Но нам все равно сейчас лишь бы побеждать и побеждать. В надежде на то, что вот Челси, Тоттенхэм, кто там выше еще, ну вот Ливерпуль и Манчестер Сити вроде. Надо, чтобы они вот теряли очки, эти четыре команды. Хоть и Челси тоже. Они нам проиграли, получается, и полуфинал Кубка Англии прошлого сезона, и четвертьфинал этого сезона. И Сон все-таки забивает, а? 1-1, Тоттенхэм борется до конца. Быстро тут как-то разыграли они. Подача одна. Неудачно здесь на выносе отыграл. Ну и Сон забивает 18-й свой гол в премьер-лиге. И все, друзья, потеря наша первая очков за весь выпуск. В последнем матче 1-1 мы отыграли с Тоттенхэмом. Обидно, хотя вели по ходу матча. Матвей Мишин лучший игрок, 8,2 у него оценка. Единственный удар в створ ворот у Тоттенхэма. И вот они забили благодаря этому. Похоже, этот матч прошел так. Игроки устали, мы скажем так. Быстренько поотвечаем сейчас на все вопросы. Ничего закономерно, скажем, результат. Хотя по факту нет. Мы играли намного лучше. Мешков говорит. Так, мы снова, кстати, Мешкова не выпустили, блин. Но здесь, да, здесь и матч был такой, что у нас лишь бы победа сейчас была. Так, то что, в сборную всех понаотправляли, да, здесь?
Тогда давайте мы дождемся. Не с 22 по... Сейчас-то можно? Серьезно, до сих пор все в сборной? Да, многие в сборной. Давайте тогда кого есть, прокачаем. Вингеров. Ну давайте Крупина. Он уже уходит как бы в аренду, поэтому. Вот. Так, здесь у нас Кучаев. Хотя нет, мы не будем Крупина. Все-таки он уходит в аренду. Он там отыграет. Вот. Кого еще здесь нам покачать? Меломеда, наверное. Поставим ему тяжело. Центральных защитников здесь Нудивеев, естественно. И во вратарях у нас оба, да, оба вратаря у нас, поэтому давайте Петракова его в сборную. Вот не взяли из защитников, поэтому покачаем так. Ну что же, Масаковский снова немножко прокачивается, дриблинг у Кучаева, который уже переходит в Вулверхэмптон. Мы сейчас на пятой строчке, 2 очка отставания у нас до Ливерпуля, 3 очка лидерства над Арсеналом. Мешков предложение, кстати, уже по аренде. Боруссия Мёнхенгладбах предлагает, давайте начнем переговоры. Все-таки нам сейчас надо еще в 3 матчах выпустить Мешкова, надо не забыть про это. В следующем выпуске надо, вот. Ну, зато в хорошей он немецкой команде поиграет, против которой мы играли в Лиге Европы, вынесли их в 2 матчах, еще и разгромно на своем поле, давайте 60 на 40. Все, Боруссия Мёнхенгладбах соглашается, на сезончик уйдет Мешков в аренду туда. Вот так, вернулись там наши или нет? Да, теперь вот вернулись, снова мы пробиваем, новые тренировки. Масаковский все так же качается, здесь у нас Жамалетдинов. В полузащитниках у нас все так же Кучаев. По защитникам, я говорил, Трушечкина, покачаем до 75-го. Ну и во вратарях, это пока что Кривохарченко до 80-го рейтинга. Жамалетдинов владением мячом прокачал, скоро 74 рейтинг получит. Вот, по бомбардирам пока что Дзюба опережает Кейна, хоть уже давно не забивал, 26 мячей у него. Так, ежемесячный отчет о молодежном нашем составе глянем давайте. Малкин по возрасту пока что не проходит, здесь 55 пока что. Так, вот, Чехов, до свидания. Мы ждем Артамонова, когда у него вот 60-й рейтинг будет, либо он попросит нас уже взять в первую команду, либо уйдет куда-то, скажет. Вот. Все, на этом у нас выпуск наш завершается. В следующем выпуске у нас матч против Фулхэма, извиняюсь. Они выиграли в прошлом сезоне чемпионшип. 2 матча против Аякса, четвертьфинала Лиги Европы, Саутгемптон, Арсенал, Лестер. Вот это неплохо, полуфинал. Кубка Англии, Уотфорд, который нам как раз матч перенесли. Итого это сколько у нас сейчас? 7 матчей получается или сколько? Да, 7 матчей, но на один больше, чем сегодня. У нас получилось в сегодняшнем выпуске. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые выходят у нас по субботам. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.